Таймер засечь, надо засечь, засечь, быстро. Все нормально, пошли. Где? Смотри на меня. А, уже все, я отвис. Не, ты опять. Что там в костях делал? Видно, что я делаю. Бежишь в кость. Да, пошли. Сюда, ну? Нет, не думаю. А что туда? Потому что нам не туда. А, тут рыбки были. Тут был снеговичок где-то. Вон он. Не, рыбки, видишь? И рыбки. Ну вот, рыбка, вверху. А, это пошли. Большая, в смысле? Ну да. Ну что-то как-то она не живая уже, тебе не кажется? Ну какая есть? А где снеговичок? Тот, который был возле магазинов. Ладно, короче, погнали. Основные квесты делать, как ты сказал. Да пора бы уже, да. Да, да, мы тут бегаем, фигней страдаем, по большому счету. А эти штуки будут опять расти? Ну да. Да, как? Не все, конечно, но будут. А как ее заставить, чтобы она выросла? Ну, я не знаю, не как-то рандомно. Зачем тебе выращивать их? Ну как, зачем? Опыта больше. Да пошли на квест уже. Он мехроманка, он щит какой-то валяет, ой. Белый модификатор, неинтересно. Увеличивает урон от винтовки плюс 17 и... Неинтересно, пошли. Ладно, не как хочешь. Как не хочешь, ладно. Ляп. Ну дай сейчас кое-что гляну. Так, что это мне за навык такой? Ваши пули пробивают врага насквозь, если после этого пуля попадает в другого рата, сдурел. Начинает огромный урон. Дополнительный урон эффект распространяется на раке... Не, баба. Ну, короче, вроде бы каждая дополнительная цель получает плюс 100 единиц урона. Пока активен навык обман, видны слабые точки на теле противника. Что ж такое активный навык обман? А, это вот херня моя главная, наверное. Ну, вообще-то как-то да. А чё? Ну, вот один варкит вырос. Не так, чтобы сильно, но вырос. Они что, еще по-разному расти будут? Ну, касать, мы вообще-то вкалывали им изначально хрень. А теперь мы им не вкалываем, потому что это было задание. Почему я не знал, что мы, ну, как бы, я ничего не вкалывал. Потому что я бегал, вкалывал, тебе как-то насрать было, ты белых всех убивал. А как надо было вкалывать? Просто подбежать и нажать Е. Легко, ладно, пошли к Тине. Ой, как классно. Пошли крошки Тине. А куда? О, подожди, тут это. Тут это. Ну ты понял. Я не понял. Ну я ж подобрал эти. Ёшечки, скажем так. Что ты подобрал? Я забыл, Иридий или как он там? А, Иридий, ну и чё? Ну, много подобрал, а ты что не заметил? О, пацан, привет. Я не заметил как-то. Ого, что-то у тебя много... У меня 40 штук как-то нормально. А чего у тебя больше, чем у меня штук? Потому ну что... ты тратил меньше, может быть. Наверное. Как бы логически чисто подумай. Почему у меня может быть больше иридия? Правильно идем. Ну, в принципе, тут без разницы. Тут два входа, ну, кажется, два входа. Двух. О, а сюда можно зайти? Можно, нам туда пока не надо. Ну ладно. Там будет задание дополнительное, как всегда. А, ну и основное будет. Нам надо просто в скалу в эту зайти. Чувак тут уже был с 14-м левелом. Нормально, тут и варкиды с 14-ми левелами. Пусть робот их разбирает. Вы горите, ребята. Блин, классные патроны рикошечащие. А это что такое за говно? Анус какой-то. Какой анус? О, модификатор. Класс! Нашел анус, нашел модификатор в анусе, нормально. А сюда нам тоже не надо? А не надо нам туда, ты вообще не видишь, куда нам идти. О, так тут поезд есть. Да насрать на поезд, мы идем на задание или нет? Идем, да. Ты на мини-карту вообще когда-нибудь смотришь, мне вот интересно. Смотрю, когда сам играю. Да что намекаешь? А зачем сейчас? Что я как мини-карта тут, да? Не, мне на самом деле все равно куда бежать. Как все равно? Если бежать на задание, то бежать четко прямо на задание. Тот придурок все палит. Понятно. Понеслась.
Ага, хер тебе. Ага, ага, ага. Парень. Сейчас! 10 раз убил нас уже. Все, сдулись. Знакомься с этой безумной девочкой, 13-летней. А с ней играть можно? Да. Вот она уже играет. Понятно. А это все шизанутые. Тут нет нормальных персонажей. Кстати, я, кстати, видел актрису, которая озвучила Тину. Это просто офигеть. Как она постаралась и голос Тине подарила. Она хоть похожа на нее? Нет, ни капельки. Это вообще взрослая женщина. И как она такой голос делает, я вообще не понимаю. Все, да? Иди нафиг, я спать. Ей кажется нормально, она спит хорошо. У нее, смотри, жопа горит. А, все, поспала. Все, выспалась. Так, нам надо найти жопы. Не спрашивай, что это такое. Чем она занимается? Компьютер собирает, не видишь, тут материнская плата. Две материнские платы. Только что-то видюхи я тут не вижу. И операционки. Ой, операционки. Оперативки. Я когда наступаю, тут как будто осколки, как вода ведут себя, понимаешь? Пошли, короче говоря. Ага. Идеальное преступление. Ты открыл ящик, я забрал патроны. Ля-ля-ля-ля-ля. За это вылазите. Локация прикольная, в принципе тут все локации прикольные по-своему, но вот это мне как-то больше всех нравится, она такая живая. Да нет, много локаций пустых. Не, это не такая уж и пустая. Я говорю, она живая, потому что тут есть это, ну... Электричка! Мне это нравится. А что я включил? Ну ладно. Огнемет. О, прикольно. Непонятно, зачем она... Стреляется по всем. Так, нам сюда. Привет, пацаны. А что он говорит, оу? Он типа нам помогает. Типа. Пацаны. Что это за звуки? В каком месте? А, это музыка, музыка началась. Музон пошел, да? Вот и нормально. Я там чуть немножко убиваю, тебе помочь как бы. Ща. Не, не надо, ну ладно. Второе дыхание сразу видел. Пойдет. По Шурику просто. Враги не такие уж и сложные. А я гранаты закинул просто, сам умер и типов убил. Гранатка зарешала, да? А, противники сверху, понятно. Патрошки. Что это было? Где именно? Почему я умер? Ты умер? Электричка на тебя наехала? А я не знаю, мне по мне пальнули и я сразу исчез. А может тебя шлаком убили? В смысле? Если тебя убивают в зашлакованном состоянии, то ты как бы умираешь быстрее немного. Да я сразу, то есть я в прыжке, оп, я и сразу... Я говорю, может тебя электричка сбила? А как мне? Где здесь электричка? Ну, вот тут путя вот они. И по ним как бы тут она ездит. А, ну, может... Как бы, может тебя сбить спокойно. Так, а почему не было этого, типа, выживай, тролливай? Ну, потому что она тебя сбила. Там уже не выживешь, наверное. Как бы это логично не было, но такая херня. Она быстро ездит? Да. В принципе, если ты ее заметишь, то ты успеешь убежать. Так, погнали. Молодец, робот, разрулил. Забрался. Ага. Так, пацаны, привет. Оп. Гранат!
Шлакуйся, скотина. Лё, он не зашлаковался. Нечестно. Кто-то загорелся. Ну да, горит он хорошо. Согласен. Привет. Ну, блин, его робот добил вместо меня. Ладно, я тебя подниму, ничего страшного. Это твой тупой робот. Он умный, он классный, он хороший. Не надо на роботах гнать. Фламинго. Робот хороший, не надо, не гони на него. Нет, он... Он хороший. Он отвлекает все внимание на себя. Он делает самую полезную работу. Зачем надо? Как зачем? На тебя не обращает никто внимания. Нет. Еще раз нет. Так, их тут что-то слишком много, ну их нафиг. Я еще куда спрятаться. Ага, хорош. Дробовик просто что надо. Вот сволочь такая, а. Иди сюда. Иди сюда поближе. Давай, молодец, еще чуть-чуть. Перезарядочка и бам. Бам. Ой, Иридий, давай. Давай, заберем. Что-то деньги не забрать никак, да? Да нет, там граната, мне деньги-то такое. Почему? Это же деньги! Они сильно дешевые, эти деньги. Деньги слишком дешевые, как это вообще бывает? Ну, когда они... О, прикол, ну, получится. О, получилось. Блин, и как отсюда слезть? Да откуда? Просто прыгай. Ай! Бьют, меня бьют, робот, тащи. Я упал немножко, ну ладно. Так, ты тут не очень вовремя появился. И еще скоты. Скоты. Ага. Ты хочешь умереть? Я по твоему роботу изредка стреляю. Нормально, он думаю не обидится. Так кто по мне палит? Да нет, отсюда офигеть, палят. Офигеть, я упал и... Иду, иду, иду. Да сейчас, о. Нормально, сейчас выживу. Все нормально. То я просто понял, упал именно за этот, за... Когда ну, слишком потеп... много что-то. Я по типам внутри. Да не успеваешь их убить. Не, я по типам внутри стреляю, и вроде бы иногда получается. Внутри? Ну да, в кабинке, которые сидят. А, ты насчет летающих? Которые сейчас ну, полет валькирии кричат, кстати. Если ты не слышишь. Друг. Нет, не слышно ничего. Да что ж вы. И опять тут никого рядом нет. Ну я подниму. Если меня раньше не убьют, конечно. Тут никого нет. Не... А, не, вон вверху есть один тип. Тут дофига и везде. Ляп. Ты козел. Подожгли меня. Ай! Так, 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 парни, 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 молодцы. Мне это нравится. О, хорошо. Нашел место, где спрятаться, наконец-то. Сколько можно, ребята, заканчивайтесь уже. Давай, а? Заходи сюда. Хватит уже, а! Честное слово, сколько можно? Все не заканчивается, не заканчивается. Кстати, ракетница. Я вот здесь прячусь, смотри. Я не понял. Перезаряжаюсь. Может нам просто свалить отсюда? Зачем тут же куча опыта? Тебе помочь? Ну да, наверное, тут никого нет. А те... Оп! Стоп, стоп. Я сейчас тоже лягу. Блин. Перезарядка, быстро перезарядка, сволочь, давай! Давай, нет! Нет! Я почти попал! Вот сволочь, стал за этот, за забор я не вижу его. Ай, козел. Да я там с ракетницей уже шмаляю, один раз попал и три я раза попал. В молоко. Ужас, точность просто ужасная у ракетницы. Давай перезаряжайся, козлина. Я еще появился, кстати, через огне. Не, их два осталось, видишь, на карте. Нет, я слишком далеко, чтобы это видеть.
Так, ракетки или что-то было? Опять их дохера. Да они там спавнятся, что ли, я не пойму, что за бред. Так, я иду. Опыт же идет нормально. Ну, вроде как идет, но я не знаю, нормально или нет, но вроде идет. Да давай запрыгивай. А, мы тут Стасу телепорта не активировали, вот мы и спавнимся через на где. Охренеть! Откуда у вас столько летающее говно? Давай, давай, заход боевой на меня. Хорош! Они тут все надо мной летают, реально стервятники. Что он говорит? Не знаю. Может, эти штуки надо раздолбать? Просто этих козлов раздолбать. Да они как-то не заканчиваются. Или может заканчиваются. Это чисто дело чести их всех убить. Когда они не заканчиваются, очень сложно будет их убить. Не, ну 27 будет это такое. Ну. Да. В принципе. Есть, робот начал убивать их сволочи летающих. Ну и я тут немножко работаю тоже. Так они все равно появляются, козлы. Охренеть, только прибежал сюда. Аналогично. О, ну я хоть... А мне робот, мне робот помог. Ага, мне граната помогла. Да блин, сколько можно, ребята, честное слово, хватит. А я сейчас отошел за край, эти штуки повыношу, наверное. А, блин, а по этим штукам хрен... Блин, с дробовика не могу по ним попасть. Ну это же дробовик. Ну да, как бы. Сложновато. Что это пищит? А. Так. Ну пошли пробежимся уже к точке у той. Сдача задания. Сейчас эту херню растарабаним вот эту. Их тут две. Робот одну раз... Одна блин, уже, я патроны закончились. Одна уже... Они туда спрыгивают, прикинь. Только что оттуда тип выпал. Они новые появляются, блин. Так с этого корабля тип спрыгнул только что. Я сделал, поднимешь может. Сейчас нет. Отползу немного. Я тут никак не добью. Хотя, не, не добью. Далеко. Дробовика это трудно сделать, чертовски трудно. Спасибо. Задолбали, давайте заканчивайтесь уже. Так, у меня есть что-то такое дальнобойное. О, да, они оттуда, понял, появляются. И снайперка, там толпа давай, целая. Снайперку. Но я вон почти уже этого типа добил. Граната, жалко, не прилипает. А я будут липучки. А, теперь я слышу. Полет Валькирии, да, да? Орут, да. Слышал. Ну, это когда близко только они. Ну, да, есть такое. А так, в принципе, не слышно просто. Видишь, они скидывают пацанов. Я вижу, я их разбираю с дробовика. Давай, попади по нему, попади. Я тоже снайперку взял. Надо сбить главного летчика и все. За летчика. Так, тут уже вроде их два осталось и все. Да там спрыгивают, я же говорю, блин, он с ракеты по мне попал, сволочь. Ай-ай-ай! Робот, давай тащи. Вот робот хороший урон наносит. Правда, недолго. Хорош! Добивай их! Молодец! Так, второго один тоже. Один остался, да? Вроде он его добил. Ну все. Судя по всему. Ну музыка да, там взрыв был. Затихла. Музыка затихла и был взрыв. О, привет. Робот, спасибо, можешь уходить уже. У меня патронов нету вообще. У меня тоже позаканчивалось везде. На ракетнице закончились, на пистолет-пулемете закончились. На дробовике уже под к концу подходят. О, тут валяются. Надо пойти, что ли, не знаю, купить. А я тут бегаю. Или насобирать, да, можно насобирать проще. С пацанов. Да, деньги, спасибо, деньги очень надо. Еще кто-то прикол. Есть? Он с этого появился. Я ящик открыл, он с ящика выпрыгнул. А, то крутой пацан. Вот такой. Маленький пацан, да? Да, у него есть шансы легендарную вещь дропнуть.
Ну не знаю, дропнул мне патроны, по крайней мере. Но есть такая штучка, там будет задание с записками о скагах. Вот если это задание не сдавать и вообще не выполнять, и пользоваться этим заданием, то там будет шанс 100% заспавнить этих малышей с коробок. И в принципе, их если убиваешь, то там шанс где-то примерно 5 или 10% заспавнить легендарную вещь. Как бы неплохо. И таким образом можно фармить. Погнали сдавать. Диня, жопы эти. А что за жопы? Мы ракеты вернули, она их называет жопами. И мы этими ракетами будем ключ типа хранилища забирать себе. Чтоб красавчик Жек не открыл хранилище. Это я тебе так вкратце сюжет рассказал предыдущих нескольких часов, которые мы играли. Ты же не следишь за сюжетом абсолютно. Что за кейшн? Какая-то станция, тут пройти не этот электрический... Электрический поль. А, там, там, ну, как бы на карте есть куда пройти, да? Но нельзя. Если такие места есть, то там где-то надо рычаг найти. Погнали! Где там вообще лазишь? Рычаг еще. А нафига тебе этот рычаг? Пошли задание сдавать. Патронами затариться, на ракете несу. Бомба висит. Она классная. Её взорвать нельзя, жалко. Я бы сделал, чтобы ее можно было взрывать. Если зачем? Чтобы взрывать. Отличный аргумент. Ну блин, что за глупые вопросы? Просто потому, что я могу, да? Перезарядка. 12 выстрелов на ракетницу. Надо мне категорически увеличивать это число. Мне очень нравятся ракетницы. Эй-эй. Девочка, ты слишком большая. Ой, ё-моё, бомба взорвалась, сволочь. А, ну да, там если близко подходишь, то они взрываются. Я по некоторым вообще в упор стрелял, не взрываются. Некоторые... Правда, я бы взрыв сделал помощнее. Чтоб воронка оставалась. Как знаешь. А для чего вот эта бомба? Бум! Тут просто наверху бомба висит, вот как-то вот подозрительно, если честно. Опять упала и спит. Что это тут за хрени какие-то? Мешочек, цветок какой-то, фотка с Роландом. Инструментный набор Дали. Она сумасшедшая! Ты это только понял, да? Да прикольная, такая, что 13 лет, что-то мало. Уже такая сумасшедшая. Давай иди сюда. А что там? Задание сдавать. Сдавай. О, тут надо твое присутствие. А, да.